Представляем вашему вниманию льдогенератор для производства кубикового льда, или как его еще называют, наперстковый. Льдогенератор известной итальянской фирмы Brema, которая уже многие годы производит лучшие льдогенераторы в Европе. Изготовлен льдогенератор по лучшим итальянским технологиям. Корпус его изготовлен из пластика, это эконом-вариант. Тут спереди решеточка для того, чтобы отводить теплый воздух. Работать очень просто. Вот этот отсек, это бункер, куда попадает готовый лед. Как мы видим, здесь находятся такие вот решеточки, шторочки, да, за которыми генерируется лед. Он там намерзает и потом выпадает сюда в бункер. Когда достаточное количество бункера набирается, определенное, стоит датчик, он отключается. И льдогенератор не работает, пока лед не генерирует. Когда вы начали использовать лед, он включается опять и опять набирает до нужного уровня. Лед имеет свойство таять, поэтому там есть слив, и вода ненужная удаляется самостоятельно. Льдогенератор надо подключить к системе водоснабжения. Обязательно, чтобы было давление не меньше 2 баррелей в системе. Если льдогенератор стоит, вы его не используете. Ну, между коктейлями там просто крышечка закрывается, дабы не выходил холодный воздух.